В октябре мы отмечаем день рождения советского фантаста Кира Булычева. Все произведения писателя были успешными, но особой любовью поклонников пользовалась девочка Алиса Селезнева и ее космические приключения. В нашем мастер-классе мы будем делать зеркальные цветы, очень необычные инопланетные растения, хорошо известные по его книгам. Цветы растут на третьей планете в системе звезды Медуза. Планету профессор Игорь Селезнев назвал цветочной, так как уникальная растительность, окружавшая космических путешественников, поражала красотой. Зеркальные цветы – одни из самых необычных на этой планете. Особенность цветов – фотографировать все то, что отражается в зеркальной середине. Мы остановились на краю поляны. Она поросла невысокой шелковистой травой, а по краям ее словно специально посаженные кем-то росли необычные цветы. Короткие, широкие, металлического цвета лепестки окружали серединку цветка размером с большую тарелку. Серединка была зеркальная. Зеркала цветов были чуть выпуклыми, и в каждом цветке отражалась вся поляна. Цветки сидели на коротких толстых стеблях без листьев. «Не подходи, Алиса», — сказал я. «Вдруг они ядовитые?» «Нет», — сказала Алиса, — «я не думаю, смотри». И мы увидели, как из кустов выскочил зверек, похожий на зайца. Зверек подскочил к цветку и посмотрелся в зеркало. Потом так же спокойно, будто нас здесь и не было, снова скрылся в кустах. «Какая-то ошибка», — сказал Полосков. «Никаких следов корабля. Наверное, говорун ошибся». «Или мы ошиблись, побежали за ним, как маленькие», — сказал я. Я подумал о том, как далеко нам возвращаться к кораблю. Можно было бы, конечно, вызвать Зеленого с катером или вездеходом, но мне не хотелось оставлять корабль без охраны. Алиса вышла на середину поляны, огляделась, подошла поближе к цветку. Цветок чуть повернул зеркало, словно хотел, чтобы Алиса в него посмотрелась. «Возьмем их с собой», — сказала Алиса. «Ладно», — ответил я. Полосков вынул из кармана портативный металлоискатель и обошел с ним всю поляну. Металлоискатель ни разу не пискнул. «Здесь корабля нет и не было», — сказал Полосков наконец. «Надо возвращаться». Мы срезали букет зеркальных цветов. Букет был тяжелый, словно цветы были вырезаны из камня. Мы несли букет по очереди. Я хотел было выбросить часть цветов, но Алиса ни за что не согласилась. До корабля мы добрались чуть живые. К счастью, пока нас не было, ничто там не произошло. «Ну как?» – спросил Зеленый. «Неудача, конечно». «Полная неудача», – ответил Полосков, снимая башмаки и вытягиваясь на диване в кают-компании. Алиса вытащила тем временем два больших горшка и налила в них воды, чтобы зеркальные цветы не засохли. «Да», – сказал я, – «корабля там нет». К тому же мы потеряли говоруна. Может, он попал в когти птицы крок? «Ничего», — сказал Полосков, лежа на диване. «Завтра с утра я начну ремонтировать металлоразведчик. И мы не улетим с этой планеты, пока не найдем капитана». Что-то больно ударило меня по ноге. Я наклонился и увидел, что это алмазная черепашка. «Как она сюда попала?» — спросил я Зеленого. «Ведь мы заперли ее в сейф». «Она так скреблялась и стучалась», — ответил Зеленый, — «что я ее пожалел». «А что за странные цветы вы принесли?» «Зеркальные цветы», — сказал я. Зеленый подошел к букету и спросил, «зеркальные? А что? Я в них смотрюсь, и они отражают вовсе не меня», — сказал он. Я обернулся и понял, что Зеленый совершенно прав. В зеркальных серединках цветов отражался вовсе не он, а Алиса. А за ее головой было видны маленькие фигурки, моя и Полоскова. И стояли мы не в кают-компании, а на круглой поляне. «Очень интересно», — сказал я. «Значит, эти цветы, пока живые, все отражают и запоминают, будто фотографируют». «Для создания такого цветка нам понадобится фольга, скорлупа грецкого ореха, любая бумага с металлическим блеском, можно заменить ее фольгой, синельная проволока, ножницы и клеящий пистолет. Половинку скорлупы я покрасила зеленой акриловой краской.
подойдет и гуашь. Отмеряем длину лепестков цветка на блестящей бумаге. Вырезать можно зубчиками ножницы, подрезав потом каждый лепесток. Далее формируем зеркальную середину. Для удобства можно вырезать из картона овал диаметром с нашу скорлупку и обернуть его фольгой. Клеящим пистолетом соединяем все части нашего цветка. Сначала лепестки, потом середину. Осталось из синельной проволоки сформировать стебель и склеить его с бутоном. Вот такой цветок у нас получился. Но сколько интересного ждет читателя в книге «Путешествие Алисы». Приключения, удивительные космические создания, планеты и космические обитатели. Все это можно воплотить, задействуя свое воображение.